26 и 27 мая между Юбилейным и Комсомольским мостами прошел 4-й чемпионат Омской области по рафтингу и спортивному туризму. Представители спортивных и туристических клубов Омска и Омской области состязались в слаломе и параллельном спринте на реке Омь. Областные соревнования по рафтингу и спортивному туризму уже стали традиционными. Они популярны не только среди профессионалов, но и среди любителей активного образа жизни. Главной целью Омская федерация рафтинга ставит перед собой популяризацию этого вида спорта. Спортсмены выступают, команд очень, представительство довольно-таки хорошее. То есть молодежь есть, спортивные, туристические клубы. Появляются новички, но очень много уже спортсменов, которые постоянно участвуют. Несмотря на то, что рафтинг не олимпийский вид спорта, судя по количеству участников соревнований, в области на него спрос есть. Мало того, основной экипаж Омской школы – действующие чемпионы России. Для юных же спортсменов соревнования на Айми, речке Тихой и Неглубокой – это тренировка перед более серьезными испытаниями. Но и здесь ребятам на каяках, катамаранах и рафтах пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть встречное течение и добраться до финиша первыми. В этом году я весенние соревнования пропустил на Чуе, не готовился, поэтому хуже результат, чем ожидал. Но, в принципе, ничего, хорошо. Ну, занимаемся мы уже с сестрой порядком второй год, третий, наверное, уже пошел. Эти соревнования для нас как бы показать, что мы умеем гребсти, научить, привлечь новых зрителей. Слаженность, синхронность главное и уверенность в победе. Несмотря на дружественную атмосферу среди участников, дух победы и командная сплоченность выявили лучших представителей рафтинга Омска и Омской области.